Сегодня рано утром, дорогие наши друзья, к нам в студию пришла трагическая новость. Мы были шокированы этим известием. Многие до сих пор рыдают и не знают, что делать с этой новостью. Наши источники шоу-бизнеса сообщают нам о том, что сегодня рано утром прямо со съемочной площадки в одну из больниц города в тяжелом состоянии был доставлен российский актер Игорь Бочкин. Сейчас он находится в одной из больниц города в коме. За его жизнь борются лучшие врачи. Мы хотим надеяться, что наши медики все-таки спасут Игоря Бочкина. Всяких подробностей пока неизвестно, ни друзья, ни знакомые, даже родные Игоря Бочкина не хотят с нами разговаривать на эту тему, ссылаясь на то, что якобы они ничего еще не знают. Но мы уверены, что просто скрывают от нас любую информацию. Мы просим вас подписаться на наш YouTube-канал, нажать на колокольчик, чтобы завтра утром вы не пропустили тот выпуск, который мы для вас приготовили. Давайте поддержим Игоря Бочкина, пожелаем ему здоровья и скорейшего выздоровления. Является ли эта новость достоверной, либо это очередной фейк, нам также предстоит в этом разобраться. Мы с вами не прощаемся, лишь говорим вам до скорой встречи, дорогие наши друзья.